И делали все, все что угодно с командой. Гол! И счет открыт! Юрий Шардаков прекрасным выстрелом с центральной дистанции открывает счет в сегодняшнем матче. Недоволен Иван Максимов, который в свое время писал рекорды в Хабаровске, а его рекорды хабаровские уже переписал другой воспитанник Красноярска. Артем Бондаренко, который сегодня тоже, я думаю, что будет очень заметной фигурой на поле. Ну а Юрий Шардаков вписывает свою фамилию в историю финала четырех, открывая счет в сегодняшнем матче. 1-0 на 6-й минуте.